Ох, Динка, Динка, всех в грязи. Ну как ты могла? А? Посмотри, какие грязники. Но этот еще ушки грязни. Вот ты вообще самый поросеночек. Динка не усмотрела за вами. Вот так вот доверяй. Ой, и ты поросенок. Поросята. Ох, поросята. Нет, не подходите ко мне. А где еще? Ой. Ну-ка, ну-ка. Твою ж ты мать. Малых угоняешь. Ой, поросята. Ой, ну как я вас буду мыть, а? Как я вас? Еще и домой просится самый грязный поросенок. Все, нагулялся, пора мыться. Ты поросенок, да? Ты посмотри на себя. Ну ты порося натуральный. Ой, какой ты черненький. Поросенок? Е, курносый. Эх вы, поросята. И ты грязненький там. Все кудряхи. Так, в туалете. Ну что с вами делать? Так, по одному стройся. Самый грязный пойдет мыться. Остальным так лапки прополощь. Малыха. А ты что во рту держишь, а? Выплюнул. Поросята, поросята. Динка, куда пошла? Ты их учишь плохому. Я думала, ты нянька. А ты им пример должна подавать. А ты им какой пример подаешь, а? Плохой. Что это такое? Дина, иди в снег ложись. Купаться в снегу давай. Ти. Ну ты к милый поросенок. Ну вы поросята хоть? Хоть и поросята, но такие милые. Малыха. Ну как же скажи. Грязь и без детей. Чтобы дети погуляли и в грязи не были. Где такое видно? Ну где такое видно? Ну мы скажи, красивые поросята. А беленькая самая девочка молодец. Чистится. Аккуратненько ходит. Умничка. Ну что, ребята, надо принимать какие-то меры нам с вами. Эй, что там нашли? Не злиться. Мокрые, грязные. Драться нельзя. Вы сейчас будете еще грязнее, все спинки изляпаете. Носятся радостно, им нравится, наверное, в грязи. Ой, как холесё. Ой, как холесё. Оп, летай. Ой, этот молодец. Это чистенькая девочка. Даже через грязь перепрыгивает. Дина! Разозлила девчонку. Чё, прижимает больно, да? Хулиганы вы, хулиганы. Ты чё к девочке моей пристала? К малыхе моей не приставай. Малыха? Скажи, мучает меня, да? Ну чё, поросёночек? Ну красивый поросёнок. Красивый.